Мы собрали лучшие театральные коллективы Подмосковья, чтобы познать все грани театра. Театралы Московской области знают, любят и приезжают в Щелково. В эти выходные в театрально-концертном центре «Щелковский театр» прошел областной конкурс «Театральная весна Подмосковья». Уже несколько лет с успехом и разнообразием актерских коллективов конкурс проходит в гостеприимной атмосфере, располагающей не только к показам отрывкам из спектаклей, но и к дружескому общению. Конкурс – это всегда один большой праздник. Несмотря на то, что идет конкуренция между округами, между коллективами, все всегда рады. Мы с огромной радостью принимаем у нас в театрально-концертном центре «Щелковский театр» другие коллективы. Они, конечно же, многие уже приезжают не первый раз на этот фестиваль. Они его очень любят, любят ту атмосферу, которая здесь царит. Мы каждый раз стараемся их чем-то удивить. Наше фойе приобретает новый облик. Неотъемлемая часть фестиваля конкурса «Театральная весна» – общение членов жюри с руководителями коллективов, постановщиками спектаклей. Это возможность услышать другое мнение, увидеть свою постановку другими глазами, получить бесценный опыт у более маститых коллег. В составе жюри – заслуженные артисты, режиссеры театра. Образы, характеры, костюмы, диалоги и монологи – все это работа, над которой трудились постановщики и актеры. Это тот самый волшебный мир театра, без которого жизнь была бы скучнее. Все участники получили яркие впечатления и эмоции. Многие удостоились наград областного конкурса «Театральная весна Подмосковья-2023», дипломов, статуэток и вееров – символа этого фестиваля. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, «Щелковское телевидение».